Всем привет, с вами Жанна. Готовлю салат из мяса по рецепту из книги о вкусной здоровой пище. Потребуется листья салата, соленые огурцы, отварная говядина или же жареная, картофель отварной, майонез, соль, перец. Нарезаю ингредиенты. Картофель, салат, конечно, очень простой, поэтому он меня привлек. Нет ни зеленого горошка, ни яиц. Примечательно то, что в этот салат идет картофель отварной очищенный, а не в мандире. Мясо у меня 200 грамм, довольно-таки много, ну поэтому и есть салат из мяса. Майонез. Майонез готовлю сама дома. Перчу. Перемешиваю. И добавляю, у меня здесь какая чайная ложка уксуса. Солить дополнительно не буду, так как огурцы соленые. Но кому может быть по вкусу, то надо посолить. Салат вкусный, всего достаточно, несмотря на то, что всего только три составляющих, мясо, картофель и огурец, вполне достаточно. Хорошее сочетание продуктов, хороший салат на ужин, на праздничный стол. Салат из мяса готов, приятного аппетита!